Всем привет и добро пожаловать на канал Джонни Плей. И мы сегодня посмотрим с вами инди-хоррор под названием Octave от украинской студии, если я опять-таки ничего не напутал. Суть проста, некий убийца нас, короче, привозит в лес, не знаю, в багажнике, в хиражнике, по частям или целым. И как я понял, оставляет нашего героя как раз таки там. Нашему Гилю, наш герой сбегает каким-то хером от этого убийцы. Но суть в том, что в этом лесу, в котором... Вот, короче, походу слева наш герой, справа мудак, который, слушай, богатый мудак какой-то, никому не показалось. А может он сейчас и это самое шлепнет? Нихера не шлепнет. Какая-то бабуля сзади появилась. Походу его шлепнули. Хер его знает, что происходит на самом деле, сейчас разберемся. Ну да. Нихера себе мышкой управлять, ты прикинь. Вот такого поворота я вообще не ожидал. Да хер бы такого, кто поворота и ожидал, мне кажется, нет? Это камень. Вижу камень. Чего? Левая кнопка взять. А нахера тебе камень? Это что за говно еще? Это, походу, сохранение. Ладно, ладно, разберемся. Все, мне можно идти дальше? Да как нихер делать? Ну, пока довольно легко. Пока не страшно, легко. Почему это инди-хоррор, я пока не понимаю. Ну, баба страшная. Ну, как страшная? Нормальная баба такая появилась. Чё? Я видел и страшнее. Чего? Два раза это бежать. От кого бежать? Ты дурак? Бежать, говорит. Сейчас бы... пока не понимаю. Какие-то свечи можно зажигать. Слушай, а может романтик наводим? А чё б нет? Баба-то красивая, наверное, была все-таки. Это мне показалось, что у нас страшная. Может романтик мы готовим? Лесной романтик, почему нет? Да хорош, это ж не страшно, ни хератушки вообще. Где обещанный хоррор? О, пойдем посмотрим, кто там. Да куда? Стой, 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 куда? Да нихера, я тут, главное, романтик сижу, навожу, она берет и сваливает в леса куда-то в чащу ебаную. О, кто это? Это я тебе, романтик? Да пошла ты нахер, ты страшная. А что она страшная такая? Не, она реально страшная, ты смотри. Давай познакомимся поближе. Пойдем. Не, ну я думал, мы на третьем свидании так близко, конечно, с ней познакомимся. Ну ладно. На первом так на первом. Мне походу понравилось, я пошел еще. Пойдем. Пойдем, 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 пойдем. Эй, а где она? Не, ну я понимаю, на первом свидании, конечно, вот такое вот делать. Но, блин, ты могла бы и повторить как бы это самое там чуть-чуть. Ну нет, так нет. Или она на этой локации находится. И она свалит. Что-то было. Свеча. Отлично. Отлично. Погнали. Кладбище. Почему бы и нет? О, романтик. Романтик, привет. Привет. А что, вот так спокойно, да? То есть вот ту страшную хероту ты ради нее гоняешь, тут свечи зажигаешь, а тут стоит вроде бы более-менее миловидная девушка. Ты просто проходишь мимо и даже не спросишь, какого хера вы, девушка полуголая, делаете на кладбище, вы не некрофил? Нет, ты вообще странный, странный главный герой какой-то на самом деле. Вообще какой-то странный тип. Реально ушел, ты смотри. Не-не-не-не-не, что-то у него нездоровая херня какая-то. О, привет! А, от тебя хер уйдешь, да? Можно как-то с ней... А, вот! А, ну вот, теперь понятно. Вот, теперь понятно, мужик вышел ее. Извиняй, я не знал, что она занята. Ты упоротый, что ли? Нихера себе, дурак. Слышь, ты мужику своему скажи, пусть отвалят нахер. Я ж не знал, как бы. Страшный черт, конечно, мужик. Это я не завидую вообще. Я понятия не имею. А, вот она. Отлично. Вот чувствую, сейчас меня за яйки-то и схватят. Прям на том месте, где я вам и говорил. Смотри, где это место было. Во-во-во, яйки потащили. Ладно, пойдем. Я думал, выбрался, правда, но хер там. И опять свечу одну потерял. Кто-то задул мою свечу. Куда я иду вообще? А в чем, я понимаю, смысл игры выбраться из леса, если я правильно все понимаю. Ну, как бы какой-то херовый способ у него выбраться из леса на самом деле. Никому не кажется.
Сука, нахера эти пустые локации? Серьезно, мужики, ну блин, ну как так? На каждой локации могли сделать какой-нибудь, ну не то что скример, но какой-нибудь малек такой, поорать момент. Птицы взлетают, там голуби какают, я не знаю, что-нибудь же могли сделать, ну что за дерьмо вообще? А вторая пустая локация, ну что за дела такие? Из кустов бы медведь вышел горящий. Вот вообще сейчас нахер мне эта свеча нужна. Вот сейчас вообще нихера мне эта свеча не нужна. Да сейчас, ну я не побегу, но я побегу, сейчас буду орать. Эй, как так-то? Эй, нечестно, я думал, что-нибудь на заднем фоне будет огромная хлебалушка какая-нибудь, которая меня напугает. Это вообще ничего не было. Я в жизни не догадался нажать эту кнопку, наверное. Это было? Где-то песик, где-то спит песик, по-моему, если я ничего не путаю. Дверь. Могу зайти? Видимо, закрыто. О, дару! А, это ты, гнида! Ну-ка, возьми свечу ему в жопу, затолкай ее. Это падла, которая меня грохнуть хотела, по-моему. Я ничего не путаю. А! Это жена твоя, да? Вы тут как бы разбираетесь, я как бы шмаляю нахер отсюда. Валим отсюда. Валим. Да иди ты нахер вообще, подыхай сам. Валим. А это еще на месте? Я понял, что делать, я ж не дурак. На нах. И че? Напугаешь меня, думаешь? Ну-ка слезь обратно, сейчас давай раз на раз. Вот и все. Напугательно, наеб ты, еще похожу по тебе, поняла меня? Напугать она решила. Кого пугает вообще? Вообще непонятно, на кого тявкает. Тебя тоже еб там, что ли? Иди сюда. Ах ты. Ну, в принципе, этого говнюка вообще не жалко. Вот вообще... О, тихо. Что это? Что это такое? Офигеть, все за... Херовая идея была. Я тут какая-то загадка есть, скорее всего, но я в душе не... Опять свечи зажигать, да? О, тачка, все, да, все, можно ехать домой. А, скорее всего, закрыто, ёпа-мать. Плохо. Что он сделал? Записал что-то в своей тетрадке, непонятно. Да хватит записывать-то все, что ты видишь. О, отлично, я тут буду жить. И давай... А зачем? А зачем? Хер его знает. Вы думаете, игра что-то будет объяснять? Она делает, что хочет, и все. Бутылек. Ой, отлично, можно нажраться на крайняк, правильно? Тихо, там какой-то выход, подожди. Дверь. Ой, хорошо-то как. Что тут... О, тихо. Что-то можно взять. А, блокнот или записная... О, что это? Термостат. И кто-то бзнул там тихонечко, по-моему, нет? Это спрятаться или... О, доски! Отлично, захуй! В смысле, это самое, двери заблокировать можно, если что. Черный коты... Вот, коты, это хорошо, надо покормить кота. Надо покормить кота. Да кота покорми, падла! Ключи, понятно... О, календарь. О, что это? С. ВС. У меня есть уже ВС. Ну я понял. Сначала покормить, потом гладить. Потом ты меня расхерачишь, конечно, в хламину. Но тем не менее. Давай покроем кота теперь. Да ты меня заколебал, мудила. А что, реально нету инвентаря, получается? Я думал, есть. Казалось, нет. Что это? Ключ. Отлично. О, ключ. Один от этих? Нет. Нет. Ладно, будем искать. Н. У меня есть ключ. Окей. Зачем? Зачем мне ключ? Не тот. О! Один замок снял. Отлично. Что у меня есть еще? Что-то. Cat food, скорее всего. Все, иди, жри. Иди. Я тебя сейчас сам обглодаю, падла черная. Что он хочет от меня вообще? Я не понимаю. Чё такое? А, доски, череп, бутылка. О, бутылку в кота кинуть. Нет? Ну, ладно. Нет. А, наполнить бутылку водой. Ну, о, отлично. Кошак перевернул эту хрень. Ключ.
Ништяк. Я знал, что кошак не бесполезный. Так, у меня появился ключ. От чего? От чего? От машины, почему бы и нет? Или как раз таки вот... Слушай, кошак, там твой второй кошак что-то же... Ты чё, это телевизор? Предохранитель. Зашибись, зачем? Вот чё это, почему люди такие слепошарые мудаки, особенно я? Я не понимаю, честно говоря. Так, молоток. Вот сюда. Очевидно. Бабуляка. Ха! Бабуляка исчезла. О, а вот и предохранитель. Сюдись, бабуляка. Вот это нихера себе. Вот это я чуть поднасрал, конечно, но вроде все чистенько. Так, это что такое? Это опять кубик с буковкой Е. Сейф. И чё? И херли? А, подожди. Там, скорее всего, пин-код. Сюда иди. Пин-код кто-нибудь разберет? Я вообще нет. По-моему, есть циферка 2. Вот эта циферка 2. И чё? Ну, есть у меня циферка 2. А только херли толку? Не работает. Так, у меня ключей же нету. Ключи. Молотком расх... Ну ты вообще, ты какой-то странный. У тебя есть молоток, у тебя есть этот самый замок. И ты как бы чисто технически, теоретически не можешь их совместить. Странный ты. Странный какой-то ты человек, я тебе скажу. Так, какая-то херня. И чё? И чё? Пошел пар. 4. Окей. 4. 4-2. У меня есть две цифры. Предположим. У меня есть 4, у меня есть 2. О, кошак. Кошак мне что-нибудь подскажет, он мне обязан. Я его накормил 82 раза уже. Я тебя в окно выкину, серьезно, рано или поздно я тебя выкину в окно. 4-2. И у меня еще 99 вариантов, плюс 99, если тут 2-4. Охеренно. Пойдем искать другие две цифры. А если молоток на кота? Ну это слава богу, это и так не получается, это хорошо. Опа. Не, ну я не против. 2 в 1, ван, это хорошо, привет. Как твои дела? А можете череп дать? Нет, на тебе книжку. Выпей. С кубиком поиграй. Нет, не туда нажал. С кубиком не хочет играть. Молоточек? Давайте досочки подарю. Ну иди нахер вот тогда. Какая-то она неадекватная какая-то она вообще. Какая-то она странная. Никому не показалось, мне показалось странной. Опа. О! Ты чё, дурак? А, все, ништяк. Ключик. Ключик. Скорее всего, от холодильника. И это, скорее всего, спрятали, чтобы жена по ночам не ходила к холодильнику. Она сама себя так посадила на диету, потому что ночью выходить на улицу в мороз минус 20 с голой жопой довольно-таки стрёмно. Хоть и хочешь пожрать. Да, отлично. Чё там? Да вы заколебали со своими досками уже, нет? Нахер мне эти стройматериалы? Я вообще не просеку, нахер мне эти стройматериалы? Я чем, строитель, что ли? Нанимался-то вам дачу отстроить, козлы. Зачем мне могут понадобиться херова туча гора досок? Лестница, ништяк, так и знал. Я так и знал, что все лестницы... Чё-то... Все лестницы делаются без гвоздей. Как ты, собака, какой ты, сука, высокий, оказывается. Нереально высокий, черт. И теперь, если все... Эбэ-дэ-бэ-дэ, изгинь нах, я тебе сказал. Помылась нах отсюда. Как-то стрёмно получилось, никому не показалось.
И чё? Ой-ой-ой, ой-ой, постельные сцены какие пошли, интересные звуки. Ух ты, жесткий, жесткий прям, ой-ой-ой, как жестко. Чё-то мне как-то, все, все, быстро, ой, какой-то быстрый. Чё происходит? Прям интересно, что происходит на самом деле. По звукам я говорю, у них там а-ля-ля идет. Ух-ух-ух! Нихера себе разворот! Ладно, а-ля-ля не удался. 5, 4, 5, 2. Собственно, я что предлагаю? Послать к херам последнюю цифру и подобрать ее наугад. Как вам это кажется? Мне кажется, хорошая идея очень. Прям вот. Вот я прям чувствую, что это хорошая идея. 4, 5, 2. 4, 5, 2 и цифры подберем. 4, 5, 2. О, видишь, видишь, легко, почти легко. Чуть. Так. И чё? Вот хер я куда двинусь со своим, идите в задницу. Нет, ладно, я двинусь, только заткнитесь. Подожди, а чё-то всё херово становится. Чё-то вокруг всё вообще херово становится. Мужик, бежим. Бежим, бежим, бежим. Выпить, выпить, открыть, молоток. Чё-нибудь. Кошка, кошка, сука. Это кошка всё делает. Я тебе говорю, это она самый главный. Да подожди, мужик, не подыхай. Это кошка, это все кошка. Пусть она тебя ёбнет. Как не кошка? Ёбни кошку. Книжкой. Кошку книжкой. Нет. Ах ты нихё. И чё? Чё дальше-то? Харез... Ой, все, я сдох. Вот это поворот. Сейчас меня кошка слежит до смерти. А может ты встанешь? Встань, иди. Опа, дверь открыла. Кто там? Бабёнка, бабёнка, одна из бабёнок. Я сегодня много бабёнок видел. Ну да, вот самая первая. Я тебе говорю, у нас с ней шуры-муры были, а вы не верили. Я же для нее все свечи зажигал. Все свечи зажег, она говорит, сейчас приду, нихера себе, милый, ты на такой мне подарок устроил. Сейчас я тебя на руки возьму и отведу в спальню. Наверное. Ну да, вон на руки подняла. Я же говорю, она своя бабёнка вообще, своя в дуб. Это еще что? Это уж дракон какой-то, по-моему. Опа, на заднем плане эти самые из Наруто, я знаю, такие там бегают в какой-то из деревень, какие-то там вот эти вот в шахидах. Ну, не в шахидах, в смысле, в плащах в этих. Нихера себе, это что, меня сейчас главным сделают по какой-то деревне? За всего-то 5 свечей? Нихера у них там главным как легко стать, оказывается. Чё-то их все больше и больше, больше и больше. Мужики, я понимаю, вы своего главного теперь приветствуете все, но я же один хер не запомню вас в лицо всех, вы все на лицо одинаковые. Вот того крайнего в 88-м ряду я запомню, вон, 422-й слева. Он там, у него прическа странная. О, видишь, исчезли, видишь, одного запомнил, остальные ушли, он, короче, мой зам теперь. Чё за полоска? БДБД, с какой стороны? Ну-ка нах, АБ, да? Пошел вон. Окей. Мне сейчас нужно его как-то обмануть. Черепом его кинуть, да? Че это за свет? Че это такое? Понял меня? Понял, вообще вот так со всеми вами будет. Вот так будет со всеми вами. Загадочка пошла. Эбэ, я почти успел. Я труп. Я как бы труп. Мне бежать-то некуда. Прыгай вниз, прыгай. Я понял, лохобоище. Ты просто кругломордая лохобоище. Я успею первым? Или не успею первым? Успею, ноги целуй, мои скотина. А тут успею первым? Я бы, у меня за жопу хватит. Ух ты, почти схватил, сука, все волосики пересчитал. А что это за страшные твари? Это похоже на чужих, между прочим, из фильма. Чем-то там неуловимо похожие. Там, если чужие спаятся с каким-нибудь другим инопланетным видом, то они явно будут похожи на этих тварей. О, привет!
Здоров, здоров, здоров. Как твои дела? Как твои ничего? Мне туда, да? Ну пойдем, пойдем. В смысле? Слышь, ты чё? Ты чё творишь-то? Это сейчас чё за херня была? Я тебе не изменял. Да хорош ты, чё ты, вообще что происходит, ты еб... Всё, выход, я верю, что это выход. Вот ради таких, а чё это? Это ж хоррор, тут должны быть голые сиськи, чё за дела? Это чё такое? Свечи зажечь. На. Понял, гоняемся, сейчас я ее обгоню. На первую, отлично. Сюда. Беги, твою мать. Куда мне лучше? Куда? На последнюю. Да хорош ты, ёб ты руки отрастила, 8-метровый херу скользнешь. И все. Гори, херова непонятная тварь. Да хорош, опять что ли лес? Да типа шопа, че у вас за мания какая-то на этот гребаный лес? А, рассвет! Рассвет, по-моему, я свалил нахер из леса. Кстати, он покрывается зеленой херней, по-моему, это радиация. По-моему, не так шопа. Так что кубики исчезли. Нахера эти кубики нужны были? Я так и не просек. Опа, тело. Тело. Чё за тело? Чё за тело? Ключ. Ключ от машины. Отлично. Нашли тело, сперли ключ от машины, оставили свои отпечатки. Замечательно. Вместо того, чтобы сдохнуть, мы проведем остаток жизни в гребаной тюрьме. Восхитительно просто. Отличная идея. Замечательно. Я рад. И? Все? Успешно? Или не успешно? Сейчас заднего сиденья так кто-нибудь прыгнет или не прыгнет? Кто-нибудь скажет или не скажет? Игра Коваля Анатолия. Подожди. Короче, давайте как всегда сделаем так. Если какая-нибудь лабуда сейчас случится, вы это увидите. Если нет, то собственно... Опа, ни хрена себе! Нормальное окончание, вообще хорошо окончили. Окончили, так сказать, прям с фурором въеплющили. Короче, сбили мы какую-то херню непонятную, и сейчас опять, походу, следующая часть Октава 2 будет с того, что мы опять будем бегать по лесу и хер пойми, что делать, зажигать свечи для другого монстра теперь. Что ж, если понравилось видео, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, и всем спасибо за просмотр, всем пока.